Привет, это Шерлок Холмс, дочь дьявола. Последнее дело осталось. Я не знаю, будет ли оно коротким или будет длинным. Но я не хочу прощаться с этой игрой. Она мне определенно понравилась. Буду ждать и надеяться, что выйдет новая часть. Холмс! Холмс, наконец-то вы вернулись, мы не можем найти Кейт. Что? Она пошла на занятия, но и учитель сказал, что Кейт не приходила. Миссис Хадсон, она вышла, чтобы расспросить соседей вокруг. Негритянка-то ее стащила, наверное. Я могу осмотреться? Кейт, ты здесь? Так. Во-первых, вот это что? Мистер Холмс, я никогда не смогу полностью отблагодарить вас за то, что вы сделали. Я должен жить со сознанием содеянного, но вы поняли меня. Моя Мэрил медленно поправляет, сегодня она уже смогла поесть немного супа. Я плакал. У нас есть надежда, что она будет жить. Со всей признательностью, Батчер. Реджинальд. Мне кажется, что если бы я его сдал, то он бы писал о том, что его дочь умерла, или типа того. Надо к ней, наверное, вернуться. Может, через балкон? Тут что пишет. Эй, Холмс, не надо было тебе чинить окно, потому что это ненадолго, мерзавец. Думаешь, то, что ты отправил Перси за решетку, тебя спасет? Нас много, и всех ты не посадишь. Аноним. Аноним. Кейт! Кейт! Так, создайте портрет персонажа, уделив внимание деталям и их значению. Я тут пока ничего не нахожу. Она здесь что-то писала. Талант воображения позволяет представить себе предметы и события, но только в ограниченных ситуациях. Записи исчезли, взять дневник, Кейт взяла свой дневник. Что здесь произошло? Предметы из саквояжа, взять саквояж. Почему она не взяла с собой чемодан? Наоборот, взяла. Почему шкаф открыт? Пустые крючки, не хватает одежды, она забрала все любимые. Кейт собрала свои вещи и ушла, я не понимаю. Что это за звук? Звук был из комнаты Элис. Элис! Кейт, где ты? Ты делаешь неправильно. В смысле, он как-то доехал сюда или что? Или он сознание потерял? Заходим. Алис, где моя дочь? Наша дочь? У вас ее нет, мистер Холмс, никогда не было. Что вы с ней сделали? Не надо ее бить. То, что не получилось у вас, я сделал ее счастливой. Где Кейт? Идиот, ей от вас никакой пользы, так зачем беспокоиться? Может подождать? Холмс, Холмс, это бесполезно, она не скажет. Оставлю сказать. Она не нужна, используйте ваши способности, я за ней посмотрю. Не надо ее бить. Я помню, как-то все было в прошлый раз, визит кое-что. Прошлый визит кое-что изменилось, отсюда что-то взяли. Выберите предметы, исчезнувшие после прошлого визита. Вы можете отменить выбор предмета, если он не подойдет. Свечи возле кресла. Портрет Уильяма Гамильтона. Фонограф был. Коляска была. Часы я не помню. К
книги я не помню. Нет, мой выбор не совсем правильный. Ну, что он скажет? Вот что я слышал наверху. Элис пробралась здесь. Но фонограф точно был. Может, портрет еще был? Стой, убери. Книга была. Доска. Вот часы я не помню вообще. Коляска была. Или тут не коляска была. Но он что-то говорил, то, что... То, что это такое, как там. Что-то не коляска была. Я и зеркало не помню. И колыбель. Портрет его вроде там стоял. Нет? Портрета вроде не было. Вот этого вроде не было. Почему все так сложно? Так, что пишет? Выберите предметы, исчезнувшие после прошлого визита. То есть, какие исчезли? А, то есть, их может найти здесь можно. Я кроватку здесь выделил, но она вроде переехала просто. Коляска тоже переехала. Коляска вон стоит. Зеркало. Зеркало я вроде где-то увидел. Вон оно. Часы. Где часы? Ну, книги вот я не вижу. Этого я не вижу. Портрет. Вот часы. Портрет я не вижу нигде, фонографа я не вижу. Портрет торта Элис Уильяма Гамильтона и кое-какие вещи для проведения сеанса исчезли. О, портрет, выражение лица сердитое. Траурный наряд. Билет на поезд. Или была на станции? Наверное, билет на поезд. Белые следы, использован мел. Я хотел вообще с ней поговорить. Так, траурный наряд и вещи для сеанса, или портрет, или билет. Ну, вероятно, что Элис посетила кладбище перед возвращением на Бейкер-стрит. И до этого он видел какое-то кладбище, это видение какое-то было, или что, вещи и портрет. Элис могла провести спиритический сеанс, чтобы поговорить со своим отцом, Уильямом Гамильтоном. Элис смогла этим утром посетить кладбище, зайти в склеп своего отца и провести в нем спиритический сеанс, чтобы поговорить с ним, брала ли она с собой Кейт. Кейт идет на кладбище, Ватсон, не спускайте с ней глаз.
В смысле, если я выйду, я там окажусь, что ли? Кейт, are you here? Кейт, ты здесь? А, вот как он доехал, что ли? То есть тут показывали фрагменты разные, да? Как обычно в фильмах так делают. И тут. Кейт, what did she do to you? Четырех других. Элис принесла их, чтобы провести ритуал. Эти свечи горели не меньше 3 часов. Здесь был похоронен отец Элис. Отправляйся на старое кладбище, сраженный пулей, ученик дорог. Дневник Кейт. Я с Элис на кладбище, мы собираемся поговорить с ее отцом. Обряд пугает меня, конечно, но в то же время и будоражит. Я не должна позволять себе бояться, потому что дальше будет страшнее. Она прекрасна. Она приготовила свечи, портрет и выглядит такой спокойной. Я не могу сдержать дрожь. Она начинает. Она зовет его. Она крутится и бормочет. Я не могу понять, что именно. Она говорит на странном языке. Она держит куски мела в обеих руках. Я дрожу, ничего не помню, не могу делать. Поделать. Она закатывает глаза, ее движения дерганные, как в предсмертных судорогах. Она меня не видит. Она начала говорить с ним, и это ужасно. Я хочу плакать. Она всюду пишет кусками мела. Где нам его искать, отец? Элис, дочка. Элис? Не знаю ответ на твой вопрос. Не могу поверить, что Элис заставила мою маленькую девочку через это пройти. Проклятая женщина. Проклятая. Ну и проклятая, наверное. Растоптанные ногами. На пересечении. Не найди склеп. Это надо собрать, наверное. Роющий землю гигант. Эти надписи складываются в одно послание. Путеводитель. Отправляйся на старое кладбище и найди склеп на пересечении четырех других. Сраженный пулей, ученик дорог, роющий землю гигант и растоптанный ногами. Значит ли это, что мне надо идти вот сюда? Боже мой. Это отец Элис, видимо, умею. Змеиные гнезда и заговор. В районе Сен-Виктор во время сноса старого здания было обнаружено змеиное гнездо, кишащее сотнями извивающих рептилий. Это было, да? Да, это было. Это так странно. Она здесь спала, что ли? Или спит здесь? Она вообще сумасшедшая. Это все так прикольно. Карта рек Британии. Штормовая лампа. Мадам Судьба. Элис хранит вещи своего отца в этой комнате, даже походной ящик с корабля. Походный. Элис не просто со странностью, она психически больна. Надеюсь, Кейт этого не видела. Эта ведьма Элис завела мою дочь еще дальше. Они последовали указаниям в этом послании. Они отправились на старое кладбище. Отец Элис, видимо, умер. То есть самому надо искать как-то? Держись, Кейт. Осмотрите склепы на кладбище, найдите и отметьте 4 упомянутых в сообщении Элис. Увидеть выбранные склепы можно с помощью воображения. Нужно установить в памяти факт об известных людях, похороненных на... У него было 3 младших брата, писал миниатюрные портреты. Отправляйся на старое кладбище, найди склеп на пересечении 4 других. Сраженный пулей.
ученик дорог, роющий землю гигант, растоптанный ногами. Туберкулез. Безымянный склеп. Это не он? Архитектор. Застрелил на дуэли, вот. Сраженный пулей, дальше ученик дорог, роющий землю гигант. Путешественник, вот может... А стоп, археолог. Архитектор. Археолога не было. Путешественник был убит слоном. Вот, растоптанный ногами, наверное. Роющий землю гигант и ученик дорог. Ну, наверное, вон тот безымянный, это нужный. Роющий землю гигант, ученик дорог. Ирландец по происхождению, это не зависит от этого? Без понятия вообще. Ботаник. Я там все смотрел, нет? Ты же безымянный. Вот, археолог. И ученик дорог нужен. Так, я сюда так попал. Роющий землю гигант, это кто? Нет склепа. Роющий землю гигант. Ой, ученик дорог, то есть. Нужен путешественник какой-то. Роющий — это археолог, мне кажется. Но может, вот ученик дорог создал карту всех главных дорог? Это правильно или нет? Там ведь полно безымянных. Можно выбрать другие. Смотрим сейчас. Я не знаю, тот не тот. А выполнено, то есть правильно. Кейт! 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 Кейт, мое милое дитя. Мне неизвестно, когда ты услышишь это сообщение, но я знаю, что однажды ты придешь сюда, Кейт. Моя кровь, мой свет. Я проклинаю день, когда оставил тебя в мире живых. Смерть ничто для меня, за исключением того, что ты осталась с ним. Холмс, Шерлок Холмс. Что ж ты должна понять, он твой худший враг. Но поскольку он так любит скрываться за маской своей показной добродетели, он для тебя не убьет. Холмс, Холмс, Холмс. Я уверен, никогда не сумеет тебя понять, я сожалею об этом. Надеюсь, ты не будешь слишком часто плакать с ним в роли твоего отца. Не верю, что это ты заставишь его плакать. Не терзайся, мое дитя. Я умер от его руки. Но теперь у тебя не останется вопросов, ты все знаешь, ты моя дочь. И важно, чтобы ты продолжила мою работу. Присоединись к нашему делу и станешь повелительницей зла, моя Кейт, моя плоть. На глазах у Холмса и перед всем миром Кейт пришла. Мориарти.
Арти, ты... Кейто, нет, теперь она все знает, но почему именно таким способом? Погоди. Все. Можно осмотреть. Динамика астероидов, работа профессора Джеймса Мориарти. Мои наблюдения за движением астероида через телескоп позволили открыть две новые звезды, которые я назвал Мирах и Атхил. Вместе с другими тусклыми звездами они образуют изумительное созвездие, и его форма напоминает мне о моей милой девочке Кейт. Металлическая звезда с очень тонкой гравировкой. Малышка Кейт и ее отец. То есть звезда мне еще может пригодиться. Может быть, для этого? Хотя тут записка. Иначе, чем другие дети, я воспринимал все на свете, иная моя владела страсть, к другим ключам хотел припасть. И то, что вызывал смех, у них рождало грусть во мне. Одни предчувствия тогда оцепенели иногда, в том детстве на рассвете дня, из самой бури, из глубин добра и зла вдруг родилась та тайна, что со мной слилась. С прекрасного потока от истока, с утеса красного, с горы и солнца, что тогда казалось в осеннем блеске золотым, сверкнувшей молнией с небес, когда на миг весь мир исчез из грома сильного, как шторм и облака, что из всех форм на мир на синих небесах изобразило демона в моих глазах. Это лента с волос Кейт. Кейт встретилась с настоящим отцом. Мне нужна Телис. В этот раз она скажет мне все. Профессор Джеймс Мориарти, раз. К смерти я не шел, она ко мне явилась в дом. В ее коляску сели мы с бессмертием втроем. Чудят тут непонятно что. Я не могу это взять. Заперта снаружи. Что, Элис? Это все к смерти идет. Ты ведьма, выпусти меня, освободи Кейт. Вернись, ведьма. Ну давай. Поищем здесь что-нибудь. Вот тут что-то есть. Похоже, Мориарти оставил здесь астрономическую загадку. Так. Стоп. А если опять сюда тыкнуть? А если начать отсюда, сюда? Сюда? Сюда. Сюда куда-то. Блин, нет, это только половина. Может, надо было сначала там все обойти, а потом как-то вернуться?
Сюда ведь? Блин, а полосы не хватает одной. Да? Нет, ни одной больше не хватает. Ладно, я попробую пару раз и пропущу, наверное, если не справлюсь. Потому что это решаемо, конечно. Но я не хочу время тратить сейчас. А если туда? К этой пойти. Вернуться. К этой пойти, да? Так. Сейчас у меня здесь. Нельзя назад. Кликнем сюда. Это неправильно, короче. Можно, конечно, попробовать. Мне одной полосы не хватит. Ладно, это решаемо. Надо было в конце, наверное, немножечко по-другому поступить. Просто я не хочу на этом застревать. Потому что осталось до финала немножечко. Держись, Кейт, я тебя найду. Ватсон, Холмс, она меня надула, она... Куда она ушла, Ватсон, куда? Я не знаю, хотя она сказала, что должна проведать одну мисс, миссис Судьбу. Мадам Судьба, это судно. Что, скорее туда, Ватсон? Она похитила Кейт. Я не могу в это поверить. Она сумасшедшая, Ватсон, она сделала комнату для мертвого отца. Теперь с ней Кейт. Я здесь прыгаю. Здесь мне страшно. Я знаю, но все будет хорошо, а ты не пострадаешь, давай. Кейт, господи, нет. Убирайся, Кейт. Я Мариарти, я дочь дьявола, я проклятый, я чудовище.
чепуха. Ты говоришь... Неправильно, ты так, кто ты есть, ты не демон. Да, я не поэтому ты всегда не лгал. Я боялся. Я лгал тебе, потому что слишком боялся потерять тебя, боже мой, спроси Ватсона. Я лгал всю мою жизнь, ты хоть представляешь, каково это? Кейт, нет, ты Холмс. Потому что ты Кейт Холмс, а Холмс никогда не сдается, я это знаю. Да, он знает. Вы что, не изменит судьбу, послушай. Он позволил Джорджу Хёрсту убить лорда Марш, который и так умирал от туберкулеза. Они были преступниками. Такое случается, с тобой будет иначе. Ты меня послал, а когда я была дома, мы все время ссорились. Ты стыдился меня. Это моя вина. Все из-за меня, Кейт, я всегда был нетерпелив. Мой отец вел себя так же со мной. Возможно избежать судьбы. Банда Раска не смогла, Холмс не смог найти их убийцу, их судьбой стала смерть, Кейт. Кейт, не слушай меня. И Холмс самого убьют, я предвижу это. Однажды меня могут убить, это риск, которым я живу, на мою работу помогает спасать жизни. Правда? И Альбита? И Перси Флеминга? Ты спасаешь жизни? Нет, тебе нравится отнимать жизни. Зря я так все плохо вел, да? Меня ты не сможешь спасти. Он был... добрее быть. Я спас тебя, удочерил тебя, дал тебе все, что мог. Это явно неправильно. Как ты можешь ему верить? Он убил твоего отца, Кейт. Почему ты его убил? Я спасал свою жизнь. Выжил бы он или нет? Он или я, у меня не было выбора, Кейт. Видишь, все предопределено. Вспомни знаки. Нашу встречу, обряд. Она сумасшедшая. Или сошла с ума, она не может говорить с мертвецами. Видите, время пришло. Следующая жизнь ждет нас. Или сохранит мумию. Кейт, такая женщина здравоумистая хранит мумию отца. Она безумна. Но все равно я ни с чем не связан. Мы же семья. Ты связана со мной, Кейт, мы семья. Это ложь, ты мешал мне жить, а теперь мешаешь мне умереть, я тебя ненавижу. Нет. Если бы я тех тогда жалел, то финал был бы лучше. Кейт, я здесь, прыгай. Алекс, мне страшно. Ты не пострадаешь, давай, то есть заново мне все убирать? Нет. Убирайся, Кейт. Я Мариарти, я лишь сделала. Я проклята... Это нормально? Ну подумаешь, умерла. Ладно, я в этот раз буду выбирать другие. Так, ты не чудовище. Да, именно поэтому ты всегда мне лгал. Надо еще вспомнить, какие варианты были правильными. Может, везде можно добиться того, чтобы экран белел так?
Я боялся? Думаю, спроси Ватсона. Я угадал всю мою жизнь, ты хоть представляешь, каково это? Ты Элис? Вот теперь пулёт. Моргнул так. Блин, я руку поднял. Смешки. Классно, однако он планирует. Наверное, тут надо много хороших ответов правильно. He allowed George Hurst to kill Lord Marshall, who was already condemned to death by tuberculosis. Это не твоя жизнь. But this isn't your life. You have me. Ты бы меня дослал. Испугался меня. We fight all the time. You're ashamed of me. То есть те ни на что не влияли, что ли? Я опасаюсь за тебя. No. No, living in Baker Street could be dangerous. Вот правильно. Remember the bomb. Кто лучше, наверное, вообще не обращаться. The Rasko gang didn't. Holmes failed to reveal their murderer. Their death was their destiny, Kate. Не слушай эту козу. Holmes will be murdered himself. I have foreseen it. Руку убрал. Раз у меня вроде больше хороших ответов. Альбита. Чего она наезжает? Надо выстрелить ей в голову. Не сумасшедшая. Я забочусь о тебе. Я защищу тебя, я позабочусь о тебе. И всегда есть такой хороший ответ. Почему ты его убил? Вроде вот так было. Да. В прошлый раз это правильно было. А как же твое детство? How can this suddenly mean more to you than your childhood? See? It is time! The next life awaits us! Не стоит ей про мумию говорить. No, Kate, she would make the most drastic guilty. She knew that you would hesitate. I don't care! Мне все равно, я ни с чем не связан. Мы семья, это тогда подействовало. Папа, я не знаю, что делать. Помоги мне. Что-то с она прыгнула. Папа еще не знала. Ты подхватить. Боже. Ты в порядке? Бегите. Я действительно была то, что же делала. Уходим, скорее, корабль тонет. Вряд ли она там умерла. Папа, мне так жаль. Мне тоже жаль, Кейт. Это конец. Было классненько. Игра вроде не особо-то длинная. Ну, хотя для такого жанра, наверное, нормальная. Не слишком короткая, да, это был конец.
Мне очень понравилось. Я обязательно пройду предыдущую часть. Пока.